338Б. Мужчина, не убедившись в безопасности маневра, начал поворачивать и снес бампер Toyota East. В поворот с проспекта 100 лет Владивостока к популярному супермаркету намеревался нырнуть мужчина за рулем автомобиля «Нива». Он двигался по средней полосе в сторону Фирсова и, видимо, при маневре не рассчитал радиус, зацепил «Ист». По версии мужчины, рулевая «Тойота Ист» начала движение от обочины, сама подставив бампер под удар его автомобиля. Значит, девушка стояла, выезжала, хотела выехать. Смотрела в задние зеркала. Ну, стояла и пыталась выехать. Я шел по третьему ряду. Проехал ее, вдруг удар в бок мне. То есть она, видимо, выезжала, начала выезжать и подставила мне свой бампер. Я задел ее бампер. По версии же очевидцев, девушка маневра не совершала. Стояла на своей полосе, направление движения не меняла и, следовательно, виновницы ДТП быть не может. Прибывший на место ДТП инспектор на основании показаний свидетелей вину в аварии присудил водителю «Нивы» и отправил обоих участников оформлять происшествие, порекомендовав мужчине в случае его несогласия с итогом разбирательства поискать видеодоказательства маневров «Тойота Ист» и оспорить решение инспектора в суде.